Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил Россию опасным соседом, однако призвал сохранить каналы связи для решения вопросов, представляющих взаимный интерес. Боррель в среду 24 марта прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета на уровне глав МИД стран-участниц Альянса, где будут обсуждаться отношения с Российской Федерацией. «Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерные соглашения с Ираном или изменение климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», – сказал он. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отношений у России с ЕС как организации нет. Они были уничтожены Брюсселем, но Москва готова к наращиванию взаимодействия. Он также заявил, что РФ будет готова вести равноправный диалог с Европейским Союзом, если организация посчитает нужным устранить аномалию в отношениях. В ответ на это представитель Евросоюза заявил, что это Российская Федерация конфронтационно настроена к Альянсу.